добрейшего дня. Меня зовут Максим. Сегодня мы решили погулять в нашем любимом парке Заринский. Это озеро такое искусственное. Вот, погулять чисто по-американски. Я купил себе вот такую вот штуку интересную. И мы решили ее опробовать. Вот. Я никогда такими штуками не пользовался. Вот, а учитывая, что у нас на лето обширные планы попутешествовать, когда станет потеплее. Потому что мы люди, которые на месте не сидят, у нас в одном месте шило. Вот, мы постоянно то на машинах, то еще где-то. И в России путешествовали, по всему миру. Вот, ну и сейчас вот ждем теплых погод, чтобы рвануть глобальное путешествие. Вот. И решили опробовать вот такую вот замечательную переноску. Ну и, соответственно, немножечко поснимаем тут видео. У меня были заявки сегодня на съемки природы. Вот, про то, как американцы проводят свой уикенд. Вот, но это вот относится к американцам. Американцы очень любят уикенд проводить. Зин, покажи вам там, ты видишь, там сейчас вот под навесиком люди, походу, устроили празднование дня рождения. По дороге там все было шариком увешано, пока мы сюда ехали. Вот. Ну и мы так по дороге будем идти и чуть-чуть снимать. Так что оставайтесь с нами и смотрите наше видео.